вообще что-то жесть какая. Согласен. Ну чего, он хотя бы не Барамир. Сори, я просто попу не держу Риду. Сори. Ну он тебе вообще по факту лучше хак, чем вот этот, который ты посох носишь, хуй знает. Ну смотри сам. Дело твое. Поехали. Побежали, да. Мать будет фури хитрый, блядь. Можно чё? Я вылечу тоже? Подожди, а хак хочешь меч, меч хочешь сдать или что? Чтобы не умирать на него. Это вы там сами с ним разбираетесь, блядь, что он хочет, нахуй. Я ему сказал свое мнение. Я успею пробежать. Если хочешь меч сдать, давай я заберу и типа ничего не поспим с ним. Выбегаете внутрь и направо быстрее. Дайте диван там кто-нибудь. Не, лучше я сдох. А, у нас этот. У нас лук один. Блять, Сингл. Ёб твою мать. Фьюри, Берни меня. Ой, дай БР, дай БР, дай БР быстрее по Сингу. Войд, блядь, по Сингу БР быстрее сзади. Войд, он сзади, он сзади. Сейчас бегу. Ну, там все, уже поздно. Повествуем, потом Москве. Я успею подойти. Я Москве снова и нормально. Не успеешь, типа. Давай. Ладно, подходи на максимально. Все, там достанет Москве, нормально. Умирайте. Умирай, Войд Фьюри, остальные ждите. Жди. Друидус, не сагри трэш, пожалуйста. Тебе надо реса через тюльпашу. Блять, тюльпаша встал, сука. Паша встал. Ресай через Ридигу. Вот прямо где ты сейчас стоишь, ресай через Ридигу, Друидус. Масресу. Я ресаю, нормально, достанет. А почему обосрались? Диван не дали? Подожди, Хисера, стой, ты дальше стоишь. Блять, она нормально достал. Да застанет, конечно же. У меня на полпути моб чаржнулся. Поэтому... Бухаете. Так, Яша первый КС сбивает звезде, Хисера второй, Мирай первый, печеньки твой второй, звезду первую заливаю. Бля, Доля, не надо мне каждый раз, когда тебя надо самануть, писать мне ВЛС, пожалуйста. Бак. Мне так, уже... кому там вылез написать надо? Давай сейчас напишем. Ой, я ничего не отменил. Я сингу, я суману тебя. Давайте все сингу в сумму. Всех суману. Пэм ебаш. Три чеса есть? Чё, кто в там? Доли, хули толку? Я тебе кинул сумму, а ты не... Угу, ебало завалил. Доля, где фласка? Чё за хуйня? Лагается. Понял. Что за хуйня? Поехали. Так, давайте, выходите, погнали, да. Да, погнали. Звезду первым заливайте. Я громил, заберу на все. Чё, печенье? И диспенси эфиры, пожалуйста, блядь. Первая, вторая пати под лицо будете подходить, короче. А не, стоп. Там еще широкий езд был. Ебать, Хинсера лаки получил, нахуй. Тупо меня, блядь, фире, нахуй, вместе с мобом, блядь, и он рассекающий получил. Это не лаки, это меня не это. Лично. Но все равно сам факт, ты побежал в одну сторону со мной, фире. Мне что же не диспейнили? И фире получил рассекающий. Ебаная череда, блядь.
пизда, почти до босса дошел. Ну, один случайно, без два дыр. Уже закономерности. Ясно. Доля, прыгай в могилу. Пульт босса? Так, Реслин руки будет закрывать, и то или не. Син, короче, у тебя есть вариант, ты можешь пета, в принципе, петом законтролить, в принципе. Я так и сделал. Ну, и поднимал мощность. Да я ебал, поебал, стоять неплохо. Ну, с печеньки начнешь, короче, ну, либо пета, смотри, по два раза дергай. Можешь просто в кресте пета сразу оставить, с печеньки один раз откидывание получить и потом бить. Ну, чтоб печку первую наводить, понял? Пет печку хавает, да? Нет. Симка, тебе нужен смолча клинок хастхит? Угу. Ну, да. Вообще похуй, я полутаю. Печку ты схаваешь. Печку ты схаваешь. И это. Подойдешь под ебло один раз. И потом станешь раздезом. Ну и пета сразу квест станешь. Остальное первое, второе пальцы под лицом. Ваня, закрываешь справа сзади руки, а Реслин по центру сзади. Рыбу ставлю еще раз. Поставь шкаф. А, шкаф стоит, сумоньте этих, кого нет. И хавайте рыбу, фулбак, блин. Руки все закрывают. Ну, третий, четвертый пати, я имею в виду. Не стоим, типа хуярим босса, нахуй. Кстати, у меня урок лагать перестало. На удивление. Там этот тайм-топ-ганг. А эти долбоебы, я, короче, делал квесты на Толгороде, блять. Они там собрались, конченые существа с ренегатами, нахуй. И в этом. Короче. Ну, короче, зашли, где ордынская эта хуйня, где квесты издавать, и там стояли, долбили в жопу. Я думаю, ну ладно, похуй, потом квесты издам. Там человек 40, наверное, на регион, я, значит, пошел я, значит, с одним магом в Штормград вырезать. Мы там побегали минут 20, и на нас рейд 15 человек собрали. Неудивительно. Давайте полба быстрее, знаю, поехали. Это был. Хаку это был. Как ты это понял? Серега рейд собирал. А он, блядь, меня в Дарнасе убивал, сука, на X3, я помню. АФК возле Аука, блядь. Чё ты там в Дарнасе забыл-то? Я был за Аликов на X3, а он за Орду. Ё, блядь, он меня на раза три убил, наверное. Короче, я говорю, кружка выпадет. Помню я этого любителя по столицам побегать. Да, слушай, это не хватает. Масло обновить. Например, всё нахуй не хватает. Да, он, каска есть. По вороге в фулбаф дайте. Пристабаф, лапка есть. Каска есть, кулак дайте ещё. Вроде. Там банки масла выпить, крик на хп. У кого нет банок. Хаку вообще без нихуя, ни банки, ни масла, ничего. Ни каски, ни маги нет. Блять, дайте нормальный баф, нахуй. Что? Какой моб? Не знаю, это может, блядь, печка, нахуй. Ничего страшного, поставим. Он только по у тебя стоит. За скрини скинь, блядь, мне даже интересно, мне впадло вставать просто. Так, еще раз, я подбегаю подороже, да? Только, Синг, слышишь, одна просьба к тебе. Там посматривай за петом своим, когда податский удар этот будет кастоваться, там же вешается дебаф тикающий, да?
Смотри, если хилы там проебутся, не прохилят пета, каналом здоровья. Ну, я типа так делал во втором рейде. Нового призывался. О, заебись. Отчет даем. Тебе стерею под двойной урон или как? Все, окей. Поехали. Мечку за синк словил уже. Окей. Блять, ну что за хуйня? Ёбаный в рот, блять. Петух камбурский, блять. Гера там. Да уже поздно, не надо на следующий день. Ёбаный босс там. Боли у тебя пэта, сука. Все, можете веру давай. Да, был урон там 3 секунды. Тогда был урон. Поэтому мне не надо, что блять, я забыл нахуй стрелять. Дай БР быстрее. Абориген зашел. Да нормально, может выходить. Он соль устал. Настя под лицо, реба в паладине полностью. Зашел. Короче, тоже БР не захуял. Уже БР слил. Угу. Мест. Ну, типа... Шаг назад сделал, но он только оставался. Ладно, все, добре, похуй, забей. Сейчас будет и печка, наверное, что он еще нахуй не успевает. Ладно, на мэтбан. Дайте каску, блять, по паладину, алё, нахпалы, по себе каску дайте. Почему мне каски до сих пор нет? Сейчас. После ошеломляющего этого будем гонять. После этого ошеломляющего сразу гоняйте за спину. За спину убежали. Все. Истерия под следующую будет. Нормально? Блин,
Блять, серый нахуй. Чё ты не подошел? Камень, потому что... Не знаю, как он меня зацепил. Сорян бы. Блять, ну... Ребята, нахуй. На брикет зашёл. Дай БР войд по рингу. Это у друида. Ладно, окей, друид без паринга, дай БР. Блять, сколько до печки нахуй там? Я не вижу даже печки. Дай зубы, зубы, зубы мне, зубы быстрее. Все, паринга, хочем туда. Выходи, ребаф, быстрее паладина полностью дали. Блин, сейчас меня ебали. Глю, сейчас надо будет бабл сокру давать, несколько рук одну. Уже давай бабл сокру. Быстрее. Отвернулись, ушли быстрее. Мистерия под следующий был. Ловиться зубы есть? Нет. Есть. Окей. Ушли все за спину. Сейчас даже мне зубы подшел, блядь. Ветер в спину. Никому подъемал, еще не подходить. Пока не дам команду. Мне не надо. Все, подъебал быстрее, подъебал, подъебал. Угу. Баба подала. Отвечаю, кружка, я же говорил. Кружка. О, нихуя себе, первый раз кружка выпала. Ебать, жестко, отказываюсь. Ну это войду по-любому за то, что я залонговал. Че, можно металку занизить или не? Металка можешь снизить, да. Или, ну да, можешь снизить, в принципе, никто же больше призваров не тянет. А, Уриона еще. Ну, Уриона вроде есть. Уриона, у тебя есть металка? Тайфун забыл дать, блядь. А, понял, ты уже с кары где-то, да? Все понял, ты вроде с кары хуйня. Да у него там по ощущению штуки три таких, наверное. Может, четыре.
Нет, мы одеваем рогу. Так, давайте по луту. Поехали сначала с магика. Поезд этот говняный никому не нужен. И дальше пояс на хосту. У ретриков есть, так что можете драться остальные. Окей, Мирай, блин. Что? Ебать, драка не за пояс здесь. Мирай просел. За какой кольчужный ты, Миша? Ага. Тюльпаши, так ставь десятку, в чем проблема. Тюльпаши 10 нет. Щит никому не нужен? Кто? Ваня, я уже отдал пояс. Не знаю, чел ролит и без РПБ, с РПБ. Тюльпаш отдайте. Так я же сказал, типа, ретрикам не нужен пояс, рольте кому надо. А, не, мне на мейн решил, ничего не знаю. Доля, Доля, где ты? Шенхмейн. Не вижу тебя при каунте. Куда ты делся? Где он? Я не... 11-е место. Подожди, нахуя тебе вообще это рейтинг, я не могу понять. 4 хосты! Разница, думаю, вот это все будет. Хуже рестлинг? Конечно, хуже мне. Реслин бери. У него 40-10. Не дают мне по 5 поменять. Ну, а реслина вроде с этого, но... Кожаный пояс. Ой, или это, подожди, тканевый пояс. Надо кому-нибудь что-то? Печеньки в конце работы. След. Понял, дальше. Кожаная голова. Доля, хочешь голову еще одну? Да нет, куда мне еще? Ну, о, вот эту голову дай мне, я буду чарить ее на резисте, нахуй. Ну давай, мен. Наручи надо кому-нибудь еще? Хорошая голова. Эта хуйня тебе не нужна, да, еще в комплекте. О, и вот это. Ебать. Кому там пятихатку? Ну, теперь самое вкусное, нахуй. Мне даже интересно, за сколько она уйдет. Что-то ты мало ставишь. Что-то ставки какие-то, блядь, какие. Да что, сука ставит, нихуя? Сто? Просто. Чё? А, это с 10, значит. Я думал, 10к уже. О, а что там какие-то слабые, она, ребят? Она давайте-ка, разгоняйтесь. Вот, пойдет. А нахуй вообще нужна на рогу завести только и все? Почему? На все классы. Почему? Да. На феррала нормальные. Не, ну рога быстрее на стаке, но феррал тоже не бы. Я с ней бегал вообще на X2. Ну я на X2 на фурике тоже бегал. У феррала скорость атаки 0.3 где-то. У фурика 2.4. Ну да. Чего ты взял? Прошуется на хуяхи серу по ЕП. Так просадили. Обычное дело. Там мужики сидят, блин. Так спит. Ури, а ты вообще красава, лучший браза. Ури вообще. 7900? Я. Вы, блядь, спрашиваете, на хуяхи серу, блядь, просадили, нахуй. В итоге никто тебя не садил. Я бы это урион. Поставил урион написан. Урион со статика уже кикнули, не бойтесь. Так. Дальше токен. Либо ГЦ с кружкой. Так, о, чё, токен 10 off. Там 8к уже нахуй ставит. 10 off. Боля, ты ж лутал последний токен, блядь. Я знаю, ну что, я поднимаю ставки. Я тебя, блядь, сейчас подниму нахуй, блядь. Нет, челы не заберут за 7к, нет. Это невозможно. 8 понижает, смотри, блядь, на него нахуй. Ну я Доля. Нам Азерона. Доля на БМ ханта родит. Вася, не будет. Еще раз поставишь, я тебе вот эту ставку сниму, нахуй. Ребят, какой последний ставка? Скажите, пожалуйста, нормально. 8. В смысле, 8? 9. 8, 10 офф. Так что, фуриком кружку ролит нормально тем, да? Обычно. Ладно, 3, 2, 1 тола за 8 забирает К. Они там с 3-6 пушками ебать стакуют быстро. Все, забрал, короче. Давай. Нет, ты не в муть.
Не, так что, фуриком забирать кружку нормально ролить вообще, не? Да, пойдет. А, да? Сейчас как аналогов нету. Как да это, никто как бы, это не ролит сказать. Кружку, блять, вообще никогда, камон, кроме блядь, Роги, вообще. Нужна. Ни вот один класс в жизни. Ты... Вот играл бы ты фуриком, ты бы так он не говорил. Он Кусыку пишет, блядь. Мне кажется, Кусыку дамажит, ну, топ-4 у нас. Он как-то это шарит немножко. Это то же самое, как с поясом хостовым. Сначала почему-то ретриком отдает, а потом все остальное. Тут то же самое должно. Курил, сначала урогом уходит, блядь, а потом уже кто тестить хочет. Курил 9. Ну, тестить нет смысла, потому что это бесполезно для всех. Жестко. Чё-то даже нов спек не поролись. Можно вопрос к Юриал? Тут на мейн, как бы, ролит, а ты забираешь за 9к на себе на оф. Это нормально? У тебя же вроде фловые печеньки с пары. Он забирает вместо перчей, которые, типа, ему не падают. Он сказал, он, типа, захотел перчей. О, у него 5 апнутых, это 4, нет? Да, у него 5 штук. Он 5 ну, штук ап. Почему он ролит? Ну, вообще он в рейде, я не помню, он не ролил уже, он донатил или еще он делал? Он в каре брал, наверное. В каре, может быть. Какая разница. Первая за 8, вторая за 9, третья за 12,5. Гениальный нос. Дешево забрали. Так. Ой. Ну, если по-нормальному реально, блядь. Сколько ты там забрал кружку? 7900. 7900. Mm-hmm. Я тебе... Да может он прикололся, нахуй, пускай Леона скажет, иди сюда. Я тебе 1005, короче, верну. Если прикололся. Ну и все. За 10 давай ему кружку и все. Конечно, там никто же не ролил. Он прикололся, он сейчас в 10 сказал. Это же вообще хуйня какая-то. Так ваши вот эти приколы, блядь, ну давайте тогда по-другому, нахуй. Ну, типа, делайте вы ее, блядь, одевайте там и так далее. Я вам просто, блядь, минусую, нахуй, к этому добавляю, считаю. Когда он не забирает. Вот ваши эти приколы реально заебывают, ну. Какие приколы? Да вот какая разница? Которые... Я считаю бис навара. Я считаю бис навара. На кота бис, почему? Блять. Чего с поясом? Меня на. А кожаный пояс навара ты не считаешь бисом? Конечно считаю. Но я же не кричал, чтобы ЕП мне верните. Все нахуй. Я 15к, блять, минус ушел. Все. Так он бис навара, блять. А кружка бис навара, да? Блин, ладно. Че, образовались? Зачем? Так, ну, вар уже ЕП, кстати говоря, сразу говорю, ЕП сейчас меньше будет, потому что я по целка редактировал. За это КД уже заберу любая магия, как будет меньше, как я начинаю слабо сказать. Я вот с этим не согласен, возвратом. 7-800. Так, 150, 300, 600 получается. Нет, в принципе, не важно. 850. Почему не важно? Ну потому что 800, ты не прав, блядь, ты начинаешь включать дурачка, я, почему пообиженное вот это вот, ну зачем это надо? Я себе сейчас верну 15к просто. Возвращай нахуй, просто ныть, пиздец, на ровном месте. Да блядь. Причем здесь ныть, когда, блядь, кожаный, когда кожаный, блядь, пояс действительно вары ролят, блядь, у каждого вара напиши ему нормальному, спроси, ладно, что какой пояс сейчас одевает, блядь. И спроси, надевают ли они кружку, блядь. Про какой пояс, блядь, и прочее. Тебе скажут, блядь, что кто одевает, кто что носит. Это вот включать, блядь, за почему-то такого плохого человека. Всё, блядь, пожалуйста, замолчите, нахуй. Ну, чтоб я вас не мучил, пожалуйста.